Все вроде хорошо. Заходим. Вот сюда заходим. Я вчера прихожу. Вот это все вырвано. В одну сторону смотрится. Клянусь. Вот это все вырвано. Гайки валяются. Вот это вот тумбочка вырвана. Я еще думаю, охренеть. Логика ключа. Может быть уборщица, что полы помыть? Нет, в смысле, вот тут, это? Где тут мыть? Еще попробуй оторви. Вот это? Да, я честно говорю. Не, Оля, это неадекват. Это никому не надо. Кто будет сидеть, вырывать вот эти штуки? Я понятно, если там тумбочка была бы отодвинута, я не она понимаю. Не отодвигается даже. Она не отодвигается. Ну, а это прикинь, сколько силы еще прикинь надо. Прикинь, вот это оторвать. А, ну, в принципе, Саша, у меня мурашки. Ну, девочки, ну честно, что делать? У меня же самой, знаешь, так внутри как-то у меня вон там свет горит, я сплю. Балдахин не закрываю. То есть, ну, камера все как бы на меня. Тут живет кто-то. Это, ну, это особо сильной какой-то опасности не причиняет, но эта энергетика очень плохая. И обычно это всякие сущности, они высасывают энергетику у людей живых. Девочки. Вы знаете об этом? Сейчас. Вдруг он хочет высосать у тебя энергетику с малышом. Представляешь? Что ты говоришь? Да нет. Я говорю, что я чувствую себя хорошо. То, что я не высыпаюсь, мне он ничего плохо не делает, этот дух, или кто здесь ходит. На экране. По телевизору.